Alright, here we go, guys. Let's play. Окей. Поиграем еще в Ноиту, очевидно. И судя по всему, игра намного-намного больше, чем я думал. Я так почитал чуть-чуть. Большая игра. А мы, блин, из снежной зоны никак выбраться не можем. Окей, Ноита. Ноита. Надо у себя чуть-чуть потише сделать, потому что игра громковато будет. Оп! У некоторых людей после этой надписи Ноита игра вообще не грузится. Ну, сейчас-то Вики, да, наверное, есть. Так, надо поближе к себе чат расположить. Воу! Хотя, зачем я сюда иду? Я знаю, как достать тот... ту каменную хрень. Скрижали. О, вспомнил. Надо просто воду всю выпить нафиг. Но мне лень это делать. Тем более, я все равно пока никто не знает, что с ними делать, с этими штуками. А, мой нос чешется. Оп. Окей, поехали. Поехали. Как играть в эту игру еще раз? Мясо. О, супер, я уже в масле. Супер. Плохая идея. Изначально. Я просто хочу... Хотя это этот морфин, как его? Полиморфин. Нафиг он нужен. Пока что, по крайней мере. Не нужен. Я уже забыл, как в эту игру играть. За один день. Уии! Окей. Так, там палочка. Help. No! Если я это возьму, что произойдет? Нет. Это, кажется, опять черная дыра, правильно? Да, и мы даже не можем использовать, потому что маны недостаточно. Все как обычно. Было бы не прикольно, если бы здесь была... Была. Разработчики ее добавляли, и животные еще были снаружи, но получалось так, что... Животные постоянно утопали в своей собственной моче, поэтому они убрали эту хрень. Это не шутка, это так и было. Что интересно. А, там уголь. Не, пойду-ка я через верх. А, я не могу пойти через верх. The fuck, почему эта штука двигается? Здесь это. Похоже, что у нас особого выбора-то нет. Хотя. Можем через верх пройти. Точно. Воу! Печальная смерть именно. Fuck, goddammit. Окей, пройдем там, значит, если там есть путь. Можем, в общем-то, это все дело сжечь. Пусть пока горит, а там посмотрим. А, окей, здесь есть путь. Масло. Не думаю, что нам это пригодится. Но не помешает это точно. Эти ребята с дробовиками. Кстати, у всех эта проблема с тем, что игра закрывается. Сама перезапускается после забега. Когда-нибудь, да. Труп, кстати, все-таки можно есть. Вот. Как видите. Просто весело делать, окей? Хрен с динамитом. Кров. Не, только не хрен с ядом. Ну, теперь просто везде здесь истечет кровью. О, хп. Эй. Very nice.
Что здесь произошло? О, нет. У меня нет нормальной палочки для этого дела. Ау. Кстати, у нас есть это черное... А, нет, у нас нет черной дыры. У нас тоже включили. На самом деле, достаточно быстро его включили, к счастью. Я не ожидал. Кто знает, что наверху? Оу, вот что там происходит? Кровь происходит. О, супер. Ну, видите, сразу 30% токсичности. Это вот реально. Разработчикам это надо пофиксить. Ты реально до капельки дотрагиваешься, ты уже на 30%. Это бред. Это надо бы пофиксить. Перебор. 100 баксов. What the fuck is this? А, окей, если я правильно понимаю, эти штуки тебе могут урон наносить. Это я, в общем-то, заберу. Так, лучше ли это дело по сравнению... Нет, не лучше. Кстати, я слышал, что на самом деле вот это заклинание лучше здесь. Да, намного лучше. Окей. В 1000 раз лучше. Воу! Еее! Эй, не та палочка. А, фу ты, это пустая. Ей! Больше критов, иммунитет к электричеству, и выстрелы будут при этом прифигачиваться. Давайте криты попробуем. Ну, не выше криты, а выше шанс крита. Если точнее... Ура, cold pits. Pits. Да, они, собственно, в меня могут попасть, к сожалению, эти штуки. Да. А, ну это Spark Bolt with Trigger. У-у-у. Оно перезаряжается. Здесь очень много маны. Но перезаряжается очень долго. Нет, спасибо. Эй! Вау! Ей, на сюрикены. Не сказал бы. А, не, ну когда ты их посылаешь, да. Посылаешь. Hello? What the fuck is this? What? Почему я ругаюсь? What? Непонятно, это, или это вот этот как раз выше шанс крита. Яйкс. Что время говорить, яйкс. Не, ну это понятно, что я могу по ним ходить. Я просто не рискую. Всякий случай. Не. Кровь-то ладно, хрен с ним, не страшно. Яд. Но, не. Изи. Естественно. Блин, ну все теперь ядом покрыл, как обычно. Окей. Подчеркиваю, что ты зол? А, окей. Хеллоу? О, нет, там это, спавн. Этой фигни всей. Воу, 100%. Это, 100 крита было. Ай, еще 100. Окей. О, но. Найс. О, да, именно это я и боялся. Ха-ха. О, да. Но кровь не горит, правильно.
Летающий огненный череп. Ну, норм. Вроде бы. Особо пока проблем не доставлял серьезных. Яйкс. О, я на огне стою. Молодец. К счастью, я был в воде. Я был мокрый. Вот что я пытался сказать. Так, теперь здесь огненная зона. Окей. Есть ли здесь что-то хорошее? Нет. Прекрасно. Я рад, что я сюда пришел. Как обычно. Супер. Кажется, нам придется вниз идти. Hello? Зря. Теперь везде яд будет. Это выстрел. Чем-то слева, может быть. Я понимаю, что здесь еще куча секретов в этой игре. Еще далеко не все нашли. Хорошее заклинание. Мощное. Золото. Приз. Окей. Правда, слева что-то плохое происходит. Хрен с ним. Пойду отсюда. Солнце слишком быстро пропадает. Здесь везде яд. Фух. Видите, одна хорошая палочка, и все намного лучше. Я даже не то, что там OP или еще что, просто неплохая. Так, что там у нас? Sparkbolt Trigger. Конечно, мы можем сделать вот так, да, и он заспавнит. Видите? Но это достаточно бессмысленно. Да, это довольно бессмысленно это делать. Да, или можно банально сюда запихнуть вот эту хрень, но тоже бесполезно. Потому что она очень долго. Эх, и нафиг. Вообще, эта палка идет нафиг. Да и все, в общем-то. Я думаю. Ба-ба-ба. Что, уже майнкон? Зачем? Зачем тебе майнкон? Ой, иммунитет ко взрывам. Yes. Тем более я стараюсь просто брать новые эффекты, потому что нам все-таки прогресс надо потихоньку все собирать. Поехали, опять эта зона. Там палка. А, shit. Here we go again. Класс, я застрял вместе с бомбой. Ситуация повторяется. О, нет, там... Я не уверен, что я хочу сюда лезть. Там инопланетяне эти дурацкие. Физика, хватит. Стоит ли? Танк, что ли? Да, танк. Эй! Эй! Но! О! What the fuck? Как-то не особо это интересно. Не знаю, чем это тебя интересует. О! Нет, я соскальзываю. Please. Ну, видно, прощай, палка. Если мы, конечно, не зайдем справа. А я сомневаюсь, что мы зайдем справа.
Не похоже, что мы здесь можем где-то пройти. Здесь что-то произошло. Кто-то уже стреляет. О, нет, эти ребята. Bullet hell этот. Эти, наверное, еще хуже. Они слишком точные. Криты. Снеговик? Плиз. Окей. Там снайпер, кажется. И до этого не надо дотрагиваться, потому что это плохо. Будет дамажить. О, это кровища. Поменьше и послабее, то в следующей локации выживать просто невозможно. Ну, я наслышан. Нужны OP палки, все такое. О, нет! Да, определенно. Даже все было хорошо, а потом бабах, и ты мертв. Там находят нюки, бла-бла-бла. Кстати, нам надо забраться в этот, в озеро лавы, потому что там внизу заклинание как раз этот, нюк. Так что нам туда надо залезть. Забраться. Наверное, потому что ты его не открыл, собственно. Изи. Да, открыл одно заклинание. В игре еще не находил. Ну, это как бы, ты его открыл. Не значит, что ты его сразу должен увидеть, правильно? А, надо золото взять. Или нет, оно провалилось в этот, в уголь. Fuck off. Nope. Не хочу я секретов знать. Никаких спойлеров. Спасибо. Масло. Но. Ну и отлично. Никогда, значит, не открою. Если захочу, я спрошу. Я пытаюсь вспомнить, откуда эта мелодия, блин. Это из какой-то игры. Это Xenogears, что ли? Учитывая то, что аутизм у меня это врожденный, так что да, я сам найду. Я не буду ничего поджигать, только проблемы. О, он сейчас сам все подожжет. Мне даже ничего делать не нужно. Вып. What the fuck? Что здесь произошло? Мне бы наверх. А! Думгай! Окей. Чет. Яйкс! Как еще сражаться надо, да, с огненным врагом? Как не из воды? Сам себя поджег, молодец, поздравляю. Ты победил. О! Ты огненный, но это не значит, что ты не боишься взрывов. Найс. Видите, я теперь все-таки стараюсь собирать деньги нормально. Help. Help. Help! Окей. Я умный.
Крами, ну это, you should grab the cup of water. A pail of water. А не cup. Крами Pokemon creatures. No. Мне кажется, я в динамит попал в воздухе. Но я не уверен. А! Ну ты чё сюда припёрся конкретно? Нам нужно в озеро лавы, а у меня нет ничего такого, чем можно было бы слить лаву. Это Extremely Dense Rock, то есть нам нужно что-то... Нам нужно что-то. Точно не это. Яйкс. Откуда это? Здесь везде яд! Ау. Видите, это, блин, говно встанет и... What? Почему у меня... Окей, это мне пошло на пользу, но почему у меня палочка сменилась? Не очень понял. Когда я успел это сделать? Плиз, окей. Бам-бам-бам-бам-бам. По идее, это Xenogears, но я не уверен. По типу черной дыры, да. Но черная дыра бы сейчас как раз пригодилась в какой-то веке. А знаете, почему я знал, как от этого камня избавиться? Потому что разработчики сказали, что такие вещи тебя, в общем-то, не могут повредить. Поэтому я взял, и они сказали, что вещи отпинкали тебя туда, в какую сторону ты мышку направишь. Соответственно, я просто встал рядом и в другую сторону. Абсорбирующая жидкость. Может быть. У нас теперь есть какие-то деньги. Что здесь лестница делает? What the fuck? 250. 380. Это просто бомба. What the fuck? Это просто 15. Ну как 15, это 45 фаерболов. Так, начнем опять вот с этого. Очевидно. Это было бы глупо. Шаффл. Давайте это лучше уберем. Окей. 750. Ну, я пока столько не набираю, к сожалению. Так, крит мы брали. Более сильная левитация и жадность. Что за жадность? А, мы брали жадность. Вот видите, жадность. Ну, даже не пытайся. Даже не пытайся, нет, убери динамит. О, нет, там опять этот спавнер дурацкий. Уи! Упс. Так, если я правильно помню, эта штука взрывается. Так что осторожно. О, эти ребята. Упс. Хватит все поджигать! Оп, я застрял, там палочка. Ну. Вей. Почему моя бомба решила заспавниться наверху? What? Она куда-то наверх ушла. Через вот это вот все говно. Это было странно. Класс, теперь лава. Тандерстоун, что ли? А нет, это просто яйцо. Помогай! Так, давайте посмотрим, что за палочка-то. Дабл спелл. А, окей. Это иногда два заспавнит. Шафла нет, поэтому по порядочку все. Прощай, золото.
А, вот мой друг как раз. Это наверняка хорошая палочка. А, мне нужно золото. Яйкс. Так, ну я точно хочу убрать вот эту. Сейчас посмотрим. Но... What the fuck? А, это Burning Trail. И вот эти, плюс вот эти хреновины. Интересная комбинация. Война. Там-та-ра-та-та-та. Опасно, правда. Вот почему нет. Бомбу. Давайте бомбу подальше просто уберем. От греха подальше, правильно? Теперь везде яд, прекрасно. Да, теперь все можно поджигать, правильно. Потому что это самое веселое. Упс. Не нужно мне твое золото в любом случае. Я вру, мне нужно. Яйкс. Уголь. Ну вот видите, чуть-чуть даст и уже 15%. Как? Это реально бредово. Откуда у вас здесь столько? Золото, плиз. Огнем из песка сделать стекло. Ну, обычно это классическая комбинация, да, но... Не знаю. Было бы неплохо. Золото. Видите, теперь, когда я золото собираю, у нас даже есть деньги на то, чтобы, блин, покупать вещи. А ты там что делаешь? What the fuck? А, у тебя там сундук. Нам нечем взорвать, правильно? Одна бомба. Еп, я так и думал. Супер. Кто-нибудь можешь вспомнить, откуда это? Пожалуйста. Это важно. Ау. Я просто не хочу туда идти, потому что мы эти аутисты. Но мне кажется, нам придется. Хотя нет, стоп, мы оттуда пришли. Здесь была бы бомба полезна, но, к сожалению, я аутист. Мы вообще-то можем поджечь через весь этот слайм? Потому что у нас есть чем поджечь. А, бессмысленно. Окей, круто. Я кругами хожу. А, нет, не кругами. Все нормально. Просто так странно, что со вчерашнего дня не было апдейта. Потому что пора некоторые вещи, конечно, пофиксить. Уии! О нет, там хрен с дробовиком. Как бомж с дробовиком, только хрен. Упс. А, я весь в слайме. Меня не подожжешь. Окей, у нас хп мало. Фак. Final Fantasy 4? Нет. Да, я в нее не играл никогда. Мне кажется, все-таки Xenogears. Я знаю, что стучу. Но я и говорю, как бы вы меня не подождете. Ты меня слушал? Динамит. Эх. Плохая идея, мне кажется. Еще динамит. Супер. У нас уже есть та, которая поджигает. И вообще аутизм.
сама по себе она как вообще? Кэзэлэй 0.10, а у нас 0.8. Не, мне как-то не особо интересно. Ну, правда, это новый предмет. А, fuck it. Правда, вот это надо убрать нафиг. Даже сами понимаете, что произойдет. Там тра та 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 там тра та 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 там тра та 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 там. Здесь шафла нет. Можно, конечно, вот это добавить сюда. Мне кажется, ли оно не сработало, не срабатывает? Да нет, вот эти вот три он. Раз, два, три. А, два, два этих и. И один Burning Trail? А? У меня динамит теперь вместо бомб. Я просто пытаюсь понять, почему он спавнит. Смотрите, это. Три заклинания одновременно. То есть вот это и вот это. Ну, логично, то есть не три вылетает этих, а только два, потому что у меня их только два. Почему? А, окей, плохая идея. Окей, меня вот это устраивает. Электричество. Perk Lottery. Slime Blood. Но опять же, я хочу все-таки новые брать. Ну, фиг с ним. Purple. Yes. Окей. You bleed slime. Я не знаю, сколько это хорошая идея. Окей. О, отлично. Отличное начало. Нет, снайпер. Ух. О, у тебя палка. Вообще она. А, у нее шафл. О, нет, это опасно. Ну нафиг. Не-не-не-не. Плохая идея. Он будет спавнить вверх и вниз. Кэзделай 003. Где? У этой что ли? А, да. Ну, это, конечно, хорошо. Ну, ладно. Попробуем. Просто она взрывается, правильно? А, нет, она не взрывается. Я думал, просто эта штука взрываться будет. Ведь она сразу их всех спавнит. Окей, это будет интересно. Так, надо убрать динамит. Да, я динамит уже убрал. Окей. И где-то снайпер был. Еп! Окей. Дам-бра-ба-ба-ба-бам-бра-ба-ба-бам. Hello? Oh, what the fuck? This. Здесь, кажется, был снеговик. Да, это снеговик. О, нет, там плохие вещи происходят. Но я все равно иду в эту сторону. Прекрасно. А, пусто. Ну-ка. Да, снайперы, конечно, сильные. Говоря о снайперах! Яйкс! Я просто пытаюсь кому-нибудь попасть, окей? А, этим я не достреляю все равно. Куда-то он упал. О! Нет, там еще просто один.
супер. Просто отлично. Стан. Стан на уроне раздражает. Ничего не скажешь. Отстань! Как я еще жив? О май гад. О, здесь везде яд, прекрасно. Фак! Да, моя кровь меня замедляет, получается, верно. Так, там яйцо, кажется. Так, нам теперь нечем взрывать, блин. А, хотя у нас есть вот эта хрень. Долго, но работает. А, fuck off. Нравится, как она топит. Снег. Но, но. Не! Jesus. Мне это не так сильно нужно. Вообще не нужно, полагаю. Нет, туда я не иду. Это я гарантирую. О нет, что там происходит? Там кто-то палку забрал, судя по всему. Еп! Еще видно неплохую. Падай. Нет! Мои палки. Уэу. Главное, не убейся. О, не. О, она так долго. Так, знаете, давайте я сначала пройду. А потом буду палки пробовать. О, вау, мы же впервые прошли. No, I don't know. На, shuffle, yes, понятно. Это еще ускоряет. Projectile. Отличается? Окей. Okay. Не, мне не нравится эта палка. Там-тара-та. О, лечение. Ну, я знаю, типа, самого себя нельзя лечить, поэтому... Что бы нам здесь было полезно? Это неплохо. Сделаем вот так вот. А? Не шафл был? Воу! Окей. Пять, три. Что если? Да, но мана дрейн слишком большой. На. Вот это я с собой заберу. Бери стрельбу под себя и впихни Fire Trail. Знаешь что, ты прав, надо нафиг убрать вот это дело. Потому что я точно под себя это заспавню, и я подожгу себя точно. Ну, это хрень бесполезно пока. Bubble Spark не нужен, у нас есть. И нам, в общем-то, нельзя ничего купить. Прекрасно. Repelling Cape. Ну, так понимаю, нам труднее будет попадать всякие жидкости. Давайте просто больше хп, почему нет, правильно. Не, я хотел хоуминг, но я передумал, потому что мы его брали. Мы брали хоуминг, я почти уверен. Или нет? Ну, ну...
не надо мне говорить дебил и так далее. Я беру то, что хочу, и я только начал играть в игру. Расслабься. Jesus. Аутист. Сколько вас там? Jesus. Yikes. What? Ты мог еще один? А, тьфу ты, о, окей, согласен, дебил. Я забыл, что у меня эта хрень есть. Окей, я согласен. Это было очень глупо. Сейчас возьму. Все нормально. Хисси бейс? Третий, за ним я уже не пойду. О, oh, what the fuck? What the... No! Nay! Ты умрешь когда-нибудь? What the fuck? What are you doing? Jesus! Hey! No, no, no. Oh. Так, почему они все вниз? А, они притягиваются к чему-то другому. Ау. Jesus! Окей. Okay. На. Fucking hell. Giant Firebolt. The most powerful version of Firebolt. О, у меня плохое предчувствие насчет этого. Плевать. Hello. Думаешь, мне надо лезть за последним? Нюк. А, нет, это азот этот дурацкий. Жидкий. Так, ну у нас теперь есть очень достаточно мощное заклинание. Хватит. Яйкс. Стоп. Золото. Но. Ну, я понимаю, что это так. Hello. Ой, это рванет. Ой, рванет. Рванет? А что не рвануло? О, рванет. Убрать бы вот это дело. Блин, слишком страшно. Так оно рванет или? А, окей, это не динамит был. What the fuck? А! Действует, но слабо достаточно. Другое дело. Классно, здесь пусто. Ну, кроме золота, конечно. Куча единичек, да? Хенло?
What? Окей, пусто. Там тра та та там там. Ох, эти коридоры. А, хреново, да, когда вы меня не можете достать, аутисты. Все-таки хорошая палочка получилась вот эта. Немножко кемпинг, но хрен с ним. Найс. Так, снайпера надо убрать. Убрал. Яйкс! Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Тупая кровь, реально. Больше никогда. Я понимаю, что это от огня может помогать, но... Где моя водичка? Сундук. Рванет или нет? Нет, это не взрывается. А, нет, в них просто этот порох находится. Понял. Снайпер. А, естественно, я прям в это говно прыгнул. Баб-бру-бу-бу-буп. Но! Тупой танк. Яйкс. Чизас. Хорошо, что они все притягиваются. Иначе была бы проблема. Яйкс. Привет. What the fuck? А, это опять та штука. Яд. Знаете, я пройду с этой стороны. Хотя там, конечно, какие-то роботы обитают. Но! Даже не думай. Я знал, что он попытается. А, фак. С бомбами? А хрен знает. Наверняка бомба всегда имеет заряд, правильно? Пузыри? На эти, что ли? А, они очень хорошо притягиваются из-за того, что они медленные. Я понимаю. Но у нас это все равно лучше. Чизас. И хватит спойлерить. Вау! Jesus. Хенло? Знаешь что? Пойду с другой стороны. Хенло! О май гад. Нет! О, щит. Вас здесь трое. Jesus. Окей. Мы пойдем другим путем. На щит. Гудбай. Куча золота. С тобой не буду связываться. Нафиг, у меня 33 хп. 33 коровы. Окей. Не уверен, что я хочу в эту сторону идти. Слишком много вещей, которые могут, блин, взорваться мне в лицо. That's what she said. Говорю же. А, нет, там это... блин, где мне пройти-то? С одной стороны одно, с другой, другое. Просто опасно этим, этой хренью пользоваться. Jesus! Fucking... Не-не-не-не-не, окей. Спамить пузыри. Так неинтересно.
О, нет, там эти. Окей, я скажу, что меня убило. Меня убила кровь дурацкая. Потому что я пытался вниз спуститься, но я был слишком медленным. Ну, хороший забег. Хотя бы забег годный. Мы наконец-то прошли дурацкую снежную зону. Вау. Окей. Темновато. И мы открыли достаточно много вещей новых. Не, я реально не могу вспомнить, откуда это. И вот откуда оно мне вообще в голову пришло, вот что самое интересное. То есть, да, откуда же это? Должен был быть какой-то триггер, правильно? Что вдруг мне эта мелодия вспомнилась. Я же не просто так ее вспомнил. Наверное. Окей. Она успела поджечься. Сейчас рванет. Яйкс. Но! Хватит! Яйкс. Плиз. Враги достаточно умные, кстати. Нет, уголь. Упс. Упс. Проблемы. Только не наступай, уголь, пожалуйста. Очень плохая идея. Это отравился. Come on. Что это за поушен? Что-то я не помню. А, телепортатиум этот дурак. Супер, окей. Так, лучше телепортатиум, чем... А может быть и не лучше. Может быть хуже. Так, зависит от урона. Сейчас посмотрим. 10. Это не очень много. Ну, больше, чем в дефолтной, но... пойдет. Пока что, по крайней мере. Так, я не хочу так быстро идти, у нас $90. Это бред. Это слишком быстро. Хотя, знаете, не выделывайся, у меня 5 хп. Да, 5 хп именно. What the fuck is this? Кровь, окей. Взрыв яда. Это облако. Ну, дождевое облако. Death Cross. Это чисто для интереса. 250 зарядов? Бла-бла-бла. Ну, опять же, делаем как раньше. Шаффл. Да, и теперь мы не знаем, у нас explosion. Спасибо. Ужасная палочка. С этим нужен какой-нибудь этот... Нам бомбы нужны. Извините, проблема в том, что нужно что-то, что выпускало бы этот взрыв яда. То есть, эта магическая стрела нужна. И она выпускает, и бум. Потому что вот так мы кастим, и просто бум. Пожалуйста, на нас весь этот яд попадает. Вот. Синий спелл в бомбы?
А, ты имеешь в виду... А, да, точно. Я понял, о чем ты. Да, ты прав. Ну-ка. Здесь теперь везде я тут. Прекрасно. Да, мана дрейн намного больше. Так будет проще. Морлав брали, морхейтер брали, бомбс материалайст. Но опять же мы можем бросать заклинания, которые бомбы. Урон намного больше, ну фиг знает. Мне так удобней, в любом случае. Окей. Скуби-ду. Скуби-ду-би-ду. Скуби-ду-би-ду. Where are you? Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Просто очень хреново оказывается без маны. Прям посередине битвы. Очень хреново. Where are you? Упс. На, это хрень, эх. Скуби-ду! Where are you? Надеюсь, он умер. Не Скуби-ду, а тут хрен. Ну, это, блин, лава в крови. Магма течет в наших венах, бла-бла-бла. Эх. Help. Не знаю, что там происходит. И, в общем, не очень-то хочу в этом участвовать. Поучаствовал в любом случае. О, мана не взрывает. Лава не взрывает этот порох. Интересно. Не думал, что это будет так работать. Странно. Яйкс. Скуби-ду-би-ду. Where are you? Help. Яйкс. Видите, уголь горит. Порох нет! Окей, все теперь горит. Найс. Мы теперь, конечно, будем медленными, но... Зато с деньгами. Но! Приз, остановись. Я не пойду за твоим золотом. Хеллоу? Надеюсь, на ком приземлиться. Окей, нам ведь надо идти обратно. Я, знаете, вчера лег спать и так думаю, но это была норма. Не то, что прям супер там, но it's okay. Теперь мне нравится намного больше. Точнее, не теперь прям, теперь, когда я начал опять играть. Хотя в том числе. Я именно вот потом сижу на работе, думаю так. Хочется прийти домой, поиграть в Ноиду. Поэтому я решил постримить. Собственно. Вот. Поэтому нам нужен как раз вот этот вот... вот это нам нужна штука для взрыва поезда... Это яда. Как раз то, что нужно. А, золото. Может, мне выбраться с уровня, пожалуйста. Не пускает игра. Плиз, я застрял в пикселях. Пожалуйста, игра. What the fuck? Ей, ура! Пентерешку? Я не заметил, но лай. Шкуби-ду-би-ду. А where are you? Так, собственно, видите, теперь
вот это вот дело имеет смысл. То есть, бум. Теперь можем ядом фигачить. Если захотим. 170. 150. Это хорошая штука сама по себе. Это не комар, просто какая-то мошка летает. Вообще мне понравились вот эти хреновины. Просто вместо чего? Мне не то, что прям сильно нравится вот это. Вообще вместо вот этой фигни можно. Еее. Recharge time. Еее. О, нет, зачем? No. Я не посмотрел на... 3-4 секунды! What the fuck, зачем я это сделал? Ну ладно, мы хотя бы это купили. Не подумал. Пойдет. Да, я так и сделал. Extra life. Это, ну, значит, возьмем просто. Еее! Хенло, again. Золото нет. Молодец. Очень умно. Что ты делаешь во льду? Вылезай, там холодно. Простудишься. Окей, не вылезай. Отравил. Стан на уроне все-таки ужасен. Найс. Наконец-то. Упс. Как ты выжил? А, ну у тебя джетпэк, вот как ты выжил. Нет, золото. Okay. Этот перк не работает? Я слышал, что он забагован, но посмотрим. Mist of Spirits. А, тьфу ты. На. Алкогольный этот хрень. Воу, это было много крови. А, ну много крови, потому что у нас вот этот, собственно, пиво. Алкоголь, ну не наверное, а можно. Обижаешь игру. Мое. Удачи тому, кто попадет под это. Но. Ну, мы хотя бы этого мини-босса наконец-то убили. Его и труп я точно есть не буду. Это я гарантирую. Я имею в виду, это очень простое заклинание, эти пилы, но оно работает. Пожертвовал чуть-чуть хп, чтобы взять золото быстрее. Hello? Мошка меня достала.
Nice. Fuck. What the... Что там произошло? What? Почему ко мне сюда труп прилетел? Плиз, испаряйся уже. Я тебя прошу. What? Shit. Okay. Да нет, не странно. Наверное. Может, какая-то логика здесь есть. I don't know. Ох, мне показалось, что-то под водой находится. Эх. Окей, идем вниз, значит. Знаешь что, мне реально надо перестать так делать. Я вроде перестал это делать наконец-то, и мы стали выживать. Чаще. Я знал, что меня это не спасет. Но я не успел. Fuck me. О май гад, как я выжил. Еп. О, you get one more chance. Hell yeah. What the fuck are you? И все-таки стан на этих выстрелах ужасный. Fucking Isle Mouse. Magical Temple? What the fuck? Hello? Я не уверен, что я хочу сюда лезть. Есть эти страшные штуки. What the fuck? Эй! Jesus! What the fuck? What the fuck? Привет! Эй! Ты что творишь? Палку! Палку! Палку положи! Не играйся с такими вещами! Ты молодой, не знаешь, что делаешь. Окей. Фак. Там нужно какое-то освещение. Я не знаю, есть ли какое-то заклинание, которое позволяет освещать вещи. Увидим. Ну, вообще огонь. Огонь есть. Не, я знаю, что хватит, но в то же время... Какая-то лавкрафтовская хрень там происходит. Древний храм, какие-то лавкрафтовские монстры. Упс. Этого я не предвидел. Скуби-ду-би-ду. Я случайно выстрелил в эту штуку, пока она в воздухе была. Молодец. 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 What the fuck? О! Мне нужно это золото. Не, ну естественно есть. Не может быть в игре, блин, про магов заклинание... Не может не быть в игре про магов заклинание на освещение. А! Было бы странно. Да. О, нет. Help. Помощь необходима, окей.
Так, кто-то палку забрал. А, это ты. Круто. Отдай. Опять эти штуки. Они, конечно, мощнее. О, значит, здесь электричество. Нам надо как-то избавиться, значит, от всего этого дела. Нам нужен огонь. А, у нас есть для этого бомба. Потому что как только я эту хрень возьму, электричество пойдет по маслу. Телепортация. Воу. Окей. Где я в масло наступил, а? Неважно. Полиморф. Я знаю, что с полиморфом там всякие вещи творят. Червяка превращаются в огромного. Криты на масляных врагах. Масло, собственно. Bubble Spark. Explosion of Thunder. А, ну это... А, окей. Если я это использую прям сразу, я взорвусь нахрен. Поэтому нужно что-то, чтобы это... ну, опять же, магическая стрела, например. Bubble Spark не в курсе. 5 дамага? Шаффл. Смешно. Ну что это? Да. О, я чуть-чуть бы и бомбу только что использовал. Окей. Второй товар не таймер. Таймер! Я аутист. Окей, супер. Я не заметил. Поздравляю себя. Куплю на будущее. Ну, пока он нам не нужен, таймер. Glass Cannon. Давайте Glass Cannon возьмем. Я, конечно, помру быстро, но... Теперь все намного мощнее. И взрывы будут сильнее, и все такое. Но мой сундук. Яйц. Get out of here. Ну и все, телепорт может спасти, если вовремя его использовать. Я понимаю. Какая рандомная палочка получилась. Но заклинание, как видите, теперь мощное очень. 5 раз урон вроде увеличивается. Понятно, что здесь урон не просто циферка, правильно? Он действительно наносит урон вещам, окружению. Яйкс. Что продолжает взрываться? Не понимаю. Золото. Золото. Blast Range. Ну это я в курсе, да. Я же говорю, нет. Оу, hello! Hello, very nice, yes. Скуби-ду? Вау. Это было быстро.
Я пытаюсь понять, что взрывается. Пузыри? Ну с чего? Почему они взрываются-то? На. Наверное, это из-за того, что у нас Glass Cannon. Странно. Странная комбинация. What the fuck is this? Matter Eater. Окей, понятно что. Святая граната? Nice. Is that a motherfucking... Oh, Lava to Blood было бы хорошо. Is that a motherfucking Worms reference? Gunpowder Arc. Лаву в кровь превращать было бы неплохо. На будущее это будет хорошо. Так, не забыть сделать... Хотя нет. Дрель было бы тоже неплохо. Наверное, могу не взять святую гранату, окей? К черту, я помру, конечно, но... Маны не хватает, супер. Сколько здесь маны? 570 требует, окей. Да, еще и Glass Cannon, кстати, да. Это плохо закончится. Очень плохо. Подальше ее. Больше хп. Так. Уберите человека, пожалуйста. Кидай очень далеко, я понимаю. Яйкс. Золото. Help. Что здесь произошло? Снеговик умер. Взорву. Что, испытаем? Holy fuck. Игра даже зависла на секунду. Просто они сразу обе заспавнились почему-то. Почему я их обе сразу выстрелил, я не понял. Jesus. Я ожидал, что он будет большим, но не настолько большим. That's what she said. What the fuck? Я думал, или он хотя бы достанет нас чуть-чуть, или мы помрем. Но я не думал, что он прям весь экран покроет, блин. Кумер эксплозион. What the fuck? Get out of here. What the fuck, man? What the fuck is this? Ну-ка. Нет, не надо говорить секрет. Боже. Окей. Okay. Я сам разберусь. Эта игра, блин, второй день только вышла. Дай мне самому, блин, все посмотреть, наркоман. Я знаю уже некоторые вещи, и я жалею, что я их подсмотрел. Не надо было треды читать. Можно сказать, что она еще даже не вышла. Официально. Молодец, сам виноват.
Молодец, сам виноват. Окей. Good. О, почему яд? Откуда яд? Кстати, если я правильно понимаю, можно воду набирать в пустую флягу. Вот это я тоже себе проспойлерил чутка. Так и сделаем. I'm coming! Окей. Супер. Ну как? А, вот water flask. Ей. О, фак. Пиш. If it looks like pish, smells like pish, is pish. Yep. Я не думал, что я пройду. Fuck. О, fuck. Что там взрывается? Кто-то палочкой, наверное, пользуется. Ва, пью вар. Вниз нажимаешь. Видишь, можно все пить. И трупы можно есть. Кровь пить, бла-бла-бла. И можешь как бы уровень воды снижать, по факту, вот таким вот образом. Не, привет. Обистеп. Сам виноват, опять же. Фак. Вот опять же, нам нечем вот это, от всего этого дела избавиться. Можем только вот этой ерундой заниматься. Можем пропустить уровни. Если я правильно понимаю, можно... Вроде бы люди делали таким образом, что они делали вот так, потом бомбили, и, собственно, так вот потихоньку спускались вниз за нюком. Но у меня, мне просто воды не хватит. Да, мне просто не хватит воды. Фак. Да, и бомб особенно. Должен быть более адекватный способ это сделать. Надо под ноги смотреть. Под лавой в этом озере находится заклинание... Ну, ты открываешь заклинание, этот, ядерная боеголовка. Это ты не думай, я не профессионал, просто я так... Кое-какие кусочки в себе случайно проспойлерил. Например, то, что туда можно выбраться, и там тоже локации есть. Бла-бла-бла. Это один большой мир. По факту это open world игра. Окей. Плиз. Пещера. Закончится. Закончится. Дает ли сопротивление к огню сопротивление к лаве? Сомневаюсь. Эй. Это вообще древний стереотип, как бы. Причем тут именно Dark Souls-то. Кровища! Найс. При первом запуске был виден летающий остров над тем местом, где появляешься. Там кто-то стоял. Да, люди как-то туда забирались.
И там вроде что-то находится. Орб какой-то. Орбы где-то есть секретные, которые тоже какие-то мощные заклинания открывают. Я пока ни одного не находил, но будем искать, естественно. Они в секретах находятся. Почему у меня так мало денег? Фак. В реальной жизни. В том числе. Так надо вот эту хрень на них свалить, потому что от этого больше золота получаешь. Супер! Из всех мест, куда она могла упасть. Смешно. А, видите, там опять же... А! Донат. Пумба занатил 25 рублей, мне кажется. Если я успел разглядеть нормально. Па-па-па-па-па-па. С гранаты было потрачено, именно. Спасибо за донат. Да, весь экран взорвался. Какого хрена? Я не ожидал такой реакции. Я знал, что будет как бы мощно, но не настолько. Я все-таки хочу сюда пройти. Так, если я это подниму, что-то произойдет, очевидно. Хотя я это вроде уничтожил уже. А, нет, нет. Я случайно бомбу использовал. О, это кислота. Еп. Это не яд, это кислота именно. Найс. Люди с деньгами, да. Такие существуют. Там, наверное, какой-нибудь этот... Potion. You cannot handle my strongest potion, traveler. My strongest potion... Potions are too strong for you. Potion seller. Sell me your strongest potions. А, другим цветом, не знал. Оу, oh, фак. Взорвите, пожалуйста, вот эту местность. Я хочу до сундука добраться. Плиз. Значит, будем идти другим путем. Жопным. Не в том смысле. Плиз. Если мы здесь вообще можем пройти. Ноп. Nope. Можем, конечно, здесь долго стоять и пинать этот уголь. А у нас одна бомба. Фак, ладно. Неудачник. Видите, я просто когда первый раз играл, реально, я совсем денег не собирал по глупости. Мне надо было включать мозги и все-таки, да, осознать уже, что все-таки игра, в которой боевка — это основная вещь. Нужно убивать врагов. Holy Mountain. Я все никак не посмотрю Святую Гору, Holy Mountain, у этого Ходоровского. Крота я у него смотрел, Эль Топо, а вот Holy Mountain так и не посмотрел. Окей, вы знаете, как это работает. Шаффл, Так, у чего есть ПП Кэтзилэй 0.12, 0.17, 0.17, 0.03? Yes, please. Хотя, подождите, какие там заклинания-то? А, Recharge Time полсекунды. Попробуем. А, да. Проджектайлов-то нет, только вот эта хрень.
Это модифайер, поэтому. Давайте вот так пока что. Может быть. Давайте тогда вот так. Можно, конечно, вот так еще сделать. Странно. Не очень понимаю, как это работает. Потому что мы точно спавним почему-то сразу обе. А, да, вот они. Они три летят, правильно? Да, окей. Давайте попробуем. Так, а здесь... Не знаю, пофиг. Да, ну мана быстро тратится. Пойдет, посмотрим, что получится. То есть у нас вот это... Вот это... Зачем нам... Нафиг не надо. Вообще, эту палку убери нафиг. Не нужна. О, менеджмент палок. Okay. Хочу ли я... Растворять все эти порохи? Не порохи, а... Ну, песок, там, снег, бла-бла-бла. Такие вещи. Порошки, вот. Иммунитет к электричеству? Why not? Да, порошки. Я всегда вовремя вспоминаю. Найс. Воу, как я промахнулся. Я же эти деньги. Yes. О, страшная палка. That's what she said. Яйкс! Вау, Тамарка. Нет, это просто Fire Trail. А. На. Но если я хочу все покрыть огнем, то вот, пожалуйста. Игра с огнем. Это альбом Марии. Как раз... А там что произошло? Яйкс! Я просто проверяю. Сомневаюсь, что из этого что-то хорошее выйдет, но... Всех сожгу зато. Jesus! Хватит все взрывать, плиз. Да, почему? Я не знаю, что я не мог вспомнить слово «порошки». Золото. Оп. А, крыса. Help. Странно, что я не поджигаю этот уголь. Стрелой. Да и, в общем-то, этот порох тоже. What the fuck? Я вообще целился... Jesus. В бочку. Но я рад, что я в нее не попал. Деньги. Деньги, деньги. Это важно. Окей. Вообще, игра, конечно, классная. Опять же, не знаю, насколько она будет годной дальше. Что добавят, чего уберут. Но все-таки надеюсь на кое-какой... более адекватный баланс в плане того же яда, который за одну секунду на тебя сразу начинает действовать. На 30%, блин. Окей. Страшновато. А, это кровавый этот. Ба-ба-ба-ба-ба, хрень. Кровавый туман. Но это полезно для того, чтобы это криты делать.
Но бомба нужна. Не, факт. Шло время критов. Пейс. Я очень не хочу яд. Совсем. Прям очень-очень. Воу! Моя стрела от динамита отлетела. What the fuck are you? What the... Ты друг? Ну, я не уверен насчет того, друг. Нет, не друг! Не друг. Mm-mm. Совсем не друг. What the fuck? Окей. Это еще одна новая зона. Надеюсь, они побыстрее в игру запихнут ачивки. Я знаю, ачивки. И, ну, просто приятно находить какие-то новые вещи, да, и так. Оп, ачивочка. По сравнению со вчерашним днем мы много чего нового открыли. Это странно. Ну и так, ну и так. А, это хрень опять. А, это неплохое заклинание. Wait, а это ядовитый лед. Зашибись. Здесь электричество. Потому что если я возьму, сразу электричество долбанет. Я очень неудачно эти бомбы бросаю. Bounce and burst. Ну-ка. Okay. Воу! Я видел, как люди этим пользуются. Физон. Но немножко опасно. Потому что хаотично. А, еп. Молодец. Help. Я говорю... Помогите. Интересно, когда ты горишь, дерево... Дерево почему-то не загорается. Странно, что они этого не сделали. Не знаю, вопрос баланса или просто не подумали. Хотя, учитывая, да, количество вещей, которые они продумали, это было бы странно, что они про это забыли. Hello? На этом уровне есть монстры? Окей. Вот видите, в чем проблема? Сейчас бы отлетело еще чуть-чуть и... бомбануло бы. Я теперь все золото поднимаю. Не, хаос в плане, говорю, отлетит куда-нибудь. Такая вот фигня тоже. Факт. Это опасно. А, там масло было. Хлоп. Но палочка хорошая. Феромоны... Еще один! Но он хуже. Так что нафиг не нужен. Да. Goodbye. Идти ли мне направо? Ну, за свитком-то, точнее, за скрижалями-то я схожу. О, ха! Не работает, как вода. Ну-ка. Интересно. Очень интересно. Я думал, так же, как вода сработает. О, кто-то здесь взорвал. Если бы они прошли дальше, боги были бы недовольны.
кто здесь помер? Точнее, как? Вопрос. Хорошее все-таки заклинание. Ну серьезно, всегда вот думалось, да, вот хочется игру, где ты чувствуешь себя вот магом, действительно. Мы говорили, да, вчера там про магию крови, магику, еще что-то вроде упоминали. Ну вот это вот прям топ-тир в этом плане. Не думаю, что будет игра, в которой ты действительно будешь себя чувствовать магом, прям как в этой. Это как раз то, что... я возьму. Попробуем сейчас все-таки замутить... хрень с этой, с славой. Так. Деньги я эти не получу, там все очень плохо. Скум-па-па-пум-пам-пум-па-па-пум. Муравин? Не, каким образом? Ты о чем? Ну, воином там себя определенно не почувствуешь, это точно. Это я гарантирую. А бомб-то у нас нет. Ну, я не пойду уровни пропускать, ну нафиг. Плохая идея. Самостоятельно составляешь заклинание? Я не помню там такого. Ну, в смысле, я помню, что там были более мощные версии заклинаний, бла-бла-бла. Знаешь что, я мало помню про Oblivion. Точнее, про вообще про The Elder Scrolls, да. Но про Morrowind, так говоря. Даже говорить о нем не буду. Бессмысленно. Гравитация. What the fuck? Acid Ball. Large Firebolt. Magic Missile Arrow. Так, давайте сначала разберемся с тем, что есть. Бум. Бум. Скуби-дуби-ду. Where are you? А, здесь шаффл. Но рыбки. Increase the force of gravity. Окей, гравитация увеличивается на проектиле. Нужно ли нам это? А делает ли оно что-то? Вопрос. Ну, по идее, я так понимаю, просто сильнее гравитация. Окей. Но так ли это прям помогает здесь? Тем более, что наслаждаться наслаждением можешь сделать прожектор, который будет поджигать цель и лечить ее одновременно, наслаждайся. А, да, припоминаю такое, ты прав. Сейчас сработает ли гравитация на дождь? Просто интересно. Ну, вряд ли мы узнаем. Ну ладно. Пофиг. Хотя бы огонек потушили. Что еще можно взять? Acid Ball. Вот это с триггером. Можно сделать чисто для хаоса. В теории. Видите, он тоже иногда этот хрень будет спавнить. Не знаю, насколько нам это нужно. Не особо. Если честно. А, видите? Пузырь вниз полетел из-за гравитации. Он иногда так будет делать, потому что шаффл. Да. Невидимость. Иммунитет к огню. Saving Grace. If you need a man. А, то есть, если тебе нанесут урон, и ты должен был умереть, вместо этого твой HP просто один становится. Окей. Okay. То есть, по факту, ты можешь много раз так делать. О, но. О, what the fuck.
Оу, Jesus! О, почему паутина? Паутина, потому что вот эта хрень. Да еще и, блин, шаффл. Я горю. О май гад. Это была очень плохая идея. Пользоваться этой палкой на уровне с углем. Jesus. Такая-то паутина огня. Это было близко. Что происходит? Яйкс. На месте столько всяких эффектов, блин. Стоп. Jesus. Look at this dude. И окей. Jesus. О, золото. Надо вообще в воде находиться, чтобы вот этой фигней пользоваться. Так что у нас здесь? А, да. Это очень опасная палка, заклинание, как хотите. Не, я не буду этой фигней пользоваться пока. Плохая идея. Ей, удачи. Шкелет. Лава. Еще лава. Хе. Ну ты, я реально думал на работе. Приду, в Ноиту поиграю. Hell yeah. Fuck. Мы точно очень хорошо можем все поджигать, это я гарантирую. Зачем? Правда. Но опять же, ради хаоса. Fuck. Come on. Почти попал. Слайм меня... О, там хп апгрейд. Нам нечем взрывать-то. Да. Может, сможем с другой стороны зайти. What the fuck is this? Упс. No! Нет, не можем, к сожалению. Куча золота. Бомбануло. Окей, каким-то образом мы опять выжили до снежного уровня. Где мы, скорее всего, помрем, как обычно. О май гад. Черные дыры. Черные дыры можно было бы купить. Они полезные. И оно всегда еще кастует кислоту. Не знаю. Здесь шаффл, здесь бесполезно их перемещать. Хотя нет, не бесполезно. Можно... Вот это, например... Некоторые вещи нам здесь могут пригодиться. Сейчас посмотрим. Сказал, хрен знает, как они работают. Нафиг гравитацию. Огненную хрень я им не хочу добавлять. А, я им добавлю, может, арку эту. Но опять же, шаффл, поэтому это будет редкость. Фиг с ним. Вообще-то нафиг не надо. Так, сейчас мозги активируйтесь. Так, где поменьше 0.12, 0.07, агент Джеймс Бонд. Давайте, короче, это купим.
у нас вот эта палка. Как она... А, 4 секунды. Ну ладно, будем пользоваться в качестве именно... Правда, вот это нам нафиг не надо. Это уберем. Раз уж здесь хаос, почему бы больше не добавить, правильно? Что если мы вот это добавим сюда? Насколько это будет полезно? Скорее всего, не очень. Добавим вот это сюда. Хотя, опять же, наверное, не будет полезно. Хрен знает. Не знаю. Поглядим. Что получится. О, да, иммунитет против этой ядовитой хрени. Да, вот эта палка здесь будет, конечно, интересно. Это виски или что? О, вормблад. Где-то здесь червяки, короче, находятся. Все теперь радужное. Там... Надо продолжать, кстати, есть трупы. Пробовать. Может, какие-то эффекты будут, как в Catacomb Kids. No! А, у нас иммунитет, точно. Эти штуки надо взрывать. Либо так. О, фак. Вот ты что делаешь? Палку положи. Чисас. Ну, а, здесь червяк прошел. Молодец. Видите, он каждый раз рекорд делает, потому что разработчики не подумали. Вот эта вот хрень, то, что игра перезагружается сама. Из-за этого у нас каждый раз рекорд новый. О май гад. Нет, бомба. Папах. Там тара-та-та-та-та-та-та-та-та. Упс. Я постоянно думаю, почему вода поджигается? Так там масло, естественно, она поджигается. Горит-то не сама вода, а масло. Сундук. $70 пойдет. Забавно, что все-таки игра вроде про магов и все такое. Но при этом все равно доллары. Особенно учитывая то, что игру сделали финны. Как-то забавно. Халява. Пам-пра-па-па-пам. Но! Окей. Направить побольше золота. Но! Окей. К счастью, он не так уж много распространил этой фигни. Не успел. Толком как-то взрывалось, мне кажется. Так, я случайно опять хаос устроил. Ну как случайно? Я сам виноват, в общем-то. Стреляю во все стороны. Окей. Это все равно случайно. Где-нибудь здесь электричество подведено? Нет. Упс. Это опять эта хрень. Извиняюсь, что я это напиваю, просто... Я каждый раз, в общем, пытаюсь вспомнить, что... откуда это все-таки. Мне приходится. О, но... Но-но-но-но-но. Эй. Да. Видите, здесь вот эта хрень начнет работать.
Тогда уж точно хаос. Телепортация. Сделай 0.38. Да, оно того не стоит. Потому что мы, скорее всего, помрем. Упс. Упс. Здесь что-то было. О, нет, алкоголь. Странно, что я не подорвался. Так взорви. Плохая идея. Я не уверен на 100%, но вроде бы она все равно активируется, эта хрень. Если я ее взорву. Хотя я не уверен. Я не уверен, что я хочу еще проверять, потому что эта палочка того не стоит, в общем-то. The fuck? Короче, это будет олень, который будет отвлекать. Circle of Vigor? Это ведь лечение. По идее. Некромантия? А, окей. Ха. То есть, если я кого-то вот этой фигней убью, то он это восстанет из мертвых и будет нам помогать. Ну, это опять это модифайер. То есть, если мы сюда запихнем, да, то он будет с некромантией. Но я очень хочу сюда запихнуть. А, ладно, пофиг, пойдет. И шаффл. Ну вот, пожалуйста. А вот и хилка, по факту. Пока я использовать не буду, естественно. Но попробуем, как некромантия сработает. Эти... не очень хочу их покупать. Хотя... Фиг с ним, оленя куплю. Будет, конечно, странная палочка, но... Щит... Сильнее левитация, слаймблад вообще нафиг не нужен. Я слышу, что щит хороший. Так, давайте посмотрим, как работает некромантия. И работает ли вообще. Работает. Правда, пока не очень понимаю, как. Пока только мешает. А, закрывает от выстрелов, например. Окей. Как я не хочу эту палочку использовать. Чисто ради интереса, конечно, а так. Чисто это какой-то шанс, или он каждый раз будет призывать из мертвых. Блин, я не хочу помощь вот этого аутиста, честно. Но я ее получу все равно. Плиз. Я просто очень не хочу в яд наступать. Окей. Я очень не хочу туда спускаться, потому что там яд. Хреновый. Этой слабой палочкой пользуется. Такая некромантия странная. Жуткая, на самом деле. Реально реанимированный труп. What the fuck? Жутко. Яйц! Так, видно, все-таки не каждый раз они встают из мертвых. Супер. Нужно где-то воду найти. Раз, два, три, раз, два, три. Вот это чья-то голова? What? Да, больше действительно на призрак похоже. Странно очень. Помогают и ладно. Правда, я особо их помощи не понимаю, но... Это древняя магия, ее понять трудно. Мне нужно это золото, вообще-то. Окей. Вот видите, я не знаю, что... если ты ешь крыс, то точно ничего не дает. А
Остальных не знаю. Яйкс. Вот видите, теперь он будет просто летать за мной очень странно. Ну, а там спавнер этот дурацкий. Там поушен. Телепортатиум. Ну его нафиг. Мы до верха уровня обратно добрались. Зачем-то. Идем обратно. Окей. Ух. От этой игры трудно вообще оторваться. Видите, не каждый раз. А может быть, все-таки каждый раз, но просто считается именно вот этот болт. То бишь, после которого эффект применяется. Потому что у нас точно нет шафла. Окей, пришло время идти сами знаете куда и помереть. А, я забыл использовать эту хрень. Окей. А денег-то нет, нифига. Окей. Самонадеющиеся выстрелы. Плюс одна жизнь. Телепортитесь. Я так понимаю, если я получаю урон, мы телепортируемся. Фиг с ним. Хорошо, мы все равно помрем. А, но урон снижим на 20%. Окей. What the... Окей. Окей. А, мы постоянно получаем урон, потому что на нас яд. Зашибись, комбинация. Яйца теперь мои. Фак. Не, я понимаю, что хрень. Но это чисто для рандома. Весело же. Все равно помрем на этом уровне. Вот так. Хлоп. Спасибо, щит. Олень. Помогай. Jesus. Oh my god. Хотя бы иногда нас щит от этого спасает. О май. Это полная жопа. Hello. А, это мое. Ну, мы живы. Каким-то образом. После всего этого. Не очень понял, почему я телепортировался, я вроде урон не получил. Ну ладно. О, нет, червяк. What? А, я думал, просто он уже умер. Я думал, он уже под некромантией, но нифига. Боже. А что здесь справа? Опять. А, все, я понял, что справа. То есть, если мы направо пойдем, мы заберемся по стенке, мы сможем обратно на первый уровень выбраться. Нам-то не нужно. What the fuck? Куда-то нас занесло опять, непонятно куда. Проблема в том, что с этими ребятами трудно сражаться, потому что у нас слабые очень заклинания. Олень, лес. Поэтому нам нужно постоянно в него стрелять, а это плохо. Потому что он спавнит всю эту фигню. Окей. Okay. Привет, чё, куляр-то? Давно не виделись? Фак. Воу, what the f... Воу. Окей. Странно. Ба! Ба! Отлично, мы теперь горим. Help! След большого червяка. Возможно, кстати, действительно. Что это за звуки? Вот там!
Кто-то палочкой воспользовался, очевидно. Наверное. Не знаю, слева какая-то ересь творится. Хочу узнать, что это за ересь. Вот мне кажется, кто-то вот здесь как раз и помер. Ты теперь мой. Другое дело. Ну, не то чтобы супер мощный, но мощнее дефолт. Это точно. Там палка. Плиз. Я выжил. О, да, это действительно червяк. Мне повезло, что он не уничтожил здесь все нафиг. А ведь он может просто проехаться по всему эту, по всей этой фигне и разгневать. О, нет, нюк. У нас, к счастью, нет на него денег. Оп! Еп! Ну, нам конец. Да, нам конец. Help! Help! Please. Ничего не изменилось, если честно. Зачем я себе защиту убрал? Молодец. Ба! Что? Ба! Что произошло? Jesus. Окей, я съел оленя. А, щит от меня это спас. Ты откуда взялся? А, он сверху свалился с уровня. Хеллоу! Очень интересная ситуация. АЦ! Хелп! Пожалуйста. Стоп. О май гад. О боже. Мой мозг. Ну привет опять. Если бы не щит, мы были бы давно мертвы. Воу. Окей. Снайпер! Ну! Ну, не вздумай гореть. Там снизу спускаются аутисты. Да, это правда. Стоп! О, класс, мы теперь с этой стороны. Зашибись.
Где этот хрен? Я с ним справлюсь. Справлюсь ли? Тупой шафл. Jesus. Что происходит? Да, палочка перезаряжается. Вот. Вот. Вот вам олень. Что происходит? Hello? Я наконец-то умер, спасибо. Как раз в 9 часов. Окей. Ладно. Фак. Надо будет завтра еще раз постримим тогда. Еще больше, но это... Тем более, что мне нравится, вам нравится. Но это была странная очень концовка. Ладно, на сегодня завяжем. 9 часов, нужно мыться. Да, нужно мыться. Завтра на работу, бла-бла-бла. Завтра еще, скорее всего, постримим, потому что игра годная. И, да. До встречи.